А знаете, что я больше всего люблю в Египте? Вот сейчас где-то конец января, да? И я уже 2 недели практически мучаюсь от того, что у меня нет летней обуви. То есть мне настолько жарко ходить в кроссовках, что это просто невозможно. И я вчера пошла на базар и купила за 360 рублей вот такие вот сандалики. Офигенские. И прямо в них из магазина и пошла. Это я не к тому, что больше всего в Египте я люблю обувную промышленность Египта, а к тому, что в январе можно ходить вот в таких вот тапочках и чувствовать себя очень комфортно.